Капитан команды Мирчанская, вы так получилось, только вкатываетесь в турнир, первый тур проводите. Все ли сегодня получилось? Чем довольны, чем недовольны? Все не получилось, пустили один мяч, пропустили, не планировали, хотели играть насухо. На самом деле результат главная победа, я считаю, начать победы, потому что очень важно. Так, ребята все у нас чуть-чуть подуставшие приехали, уже поздно, у многих воскресенье игры, сыграли первый тайм, дали результат, уже во втором чуть расслабились. А так, доволен результатом. Рубен, скажи, вот в дальнейшем не повлияет то, что у вас команда играющая? Сейчас начнутся кубки губернаторов всякие летом. Как вы будете, как планируете по воскресеньям собираться? По воле Божьей планируем собираться. Не, если без шуток, то, конечно, повлияет это на все. Но я думаю, что наши соперники тоже играют. И все находятся на равных условиях. У нас обойма большая. Я думаю, 8 игроков мы наберем, чтобы давать бой командам. А так у нас команда хорошая, мастеровитая. Будем доказывать все результатом на поле. Просто, ну, вас заочно уже приписали к одним из лидеров, поэтому ожидают от вас хорошей игры. Неправильно записали нас. Мы такими не являемся. Рубен, скажи еще, пожалуйста, на многих турнирах мы с тобой вместе пересекались, и много было и хорошего, еще много пересечемся. Скажи, как тебе уровень здесь? Уровень хороший, мы приехали, и я сразу говорю, посмотрите, сразу виден стенд, который ребята снимают на камеру, потом я подхожу еще, смотрю, комментируют игры, потом мне говорят, что VAR есть на игре, я думаю, ну вообще, не, на самом деле круто, в Краснодаре не хватает именно таких игр формата 8-8 с таким уровнем, нам все понравилось, и пока все здорово. Как начнем проигрывать, начнем причины искать. Рубен, спасибо тебе большое. Удачи вам в будущих играх. Все, ждем от вас хороших результатов.